Друзья, привет, меня зовут Александр, и мы с вами на выставке в Гонконге Asia Electronics. И у меня в руках новейший стабилизатор Crane V2. Данная модель вышла совсем недавно, всего лишь 2 недели назад, и я думаю, что я один из первых сделаю на нее обзор. К сожалению, я не профессиональный фотограф, поэтому не блещу особыми знаниями, но однако успел уже пообщаться с теми, кто заказал в России, так же, как и мы, и составил свое мнение о данной модели. Для начала нужно сказать, что максимальный вес, удерживаемый данным стабилизатором фотоаппарата, возрос до 3,2 килограмма. Напомню, что предыдущий Crane первой версии, он выдерживал 1,8 килограмма. То есть практически двукратное увеличение по загрузке огромного фотоаппарата на данный стабилизатор произошло. Также из особенностей, что и минимальный вес тоже возрос. Если раньше вы могли класть фотоаппарат от 320 грамм, то сейчас минимум полкило должен весить ваш фотоаппарат, иначе стабилизатор не справится. А из вкусных и приятных новинок, что здесь добавлено? С помощью микро-USB провода камера подсоединяется непосредственно к стабилизатору. Нужно отметить, что только Canon камера соединяется с данным стабилизатором. С помощью вот этого колеса вы можете изменять степень фокусировки камеры, а также изменять ISO с помощью вот этого управления. Этот джойстик управляет непосредственно камерой, которая может двигаться в 4 направлениях вверх-вниз и вправо-влево. Также стоит отметить, что вырос и вес крепления. Если раньше он составлял порядка 950 грамм, то сейчас уже 1,2 кило. То есть уже держа в руке фотоаппарат с этим креплением, я очень сильно устал. Но производитель обещает добавить всем нам известный двойной хват, ручку с двойным хватом, но обещает это сделать через месяц. То есть на российском рынке двойные ручки появятся через месяц-полтора, и мы рекомендуем вам их заказывать, потому что долго стоять так со стабилизатором в руке вы не сможете. Также еще из особенностей и новинки здесь добавлен трипод. То есть вы можете сложить его и снимать с двух рук. Также можете разложить и поставить камеру вниз и уже управлять с помощью джойстика, что будет удобно вести съемку для стационарных операторов. Также очень важное отличие, что все вот эти вкусные плюшки по управлению фокусом и ISO, они работают только с фотоаппаратами Canon. Поэтому если вы снимаете на Sony или Panasonic, мы вам рекомендуем не переплачивать за Crane 2, а брать обычный Crane, который стоит сейчас на российском рынке практически в 2 раза дешевле. И заказать новую модель Crane V2, если у вас Canon, мы рекомендуем на сайте компании EcoDrift. Ссылка внизу в описании под видео. Ждем появления новинки в нашем магазине EcoDrift. До встречи, подписывайтесь на канал, пока!